У меня есть замечательный кусок свинины, вырезка не жирный, не постный. В общем, я решила его сейчас приготовить вот на сковороде с картошечкой, с лучком, с чесночком. Будто бы как это, ну, не знаю, жаркое, может быть, это называется. Ну, мне кажется, что-то наподобие. Режем мясо. Теперь сюда же я добавляю соль, перец, специи, которые мне нравятся. Мясо не забыли посолить, друзья мои. Здесь у меня адыгейская соль. А давайте бахнем соли, которую мне подарили в ресторане в грузинском. А я как раз таки готова к экспериментам. Ну-кас, ну-кас. О, как она пахнет классно. Сванская, да? А грузинская? Нет, не сванская. Так, чуть-чуть слегонца. Знаете, и здесь же, которая называется саджикой, да? Да, саджикой. Сейчас я тут наэкспериментирую. Во, еще чуть-чуть. Во. Я сейчас чувствую прямо хорошо. Сюда же я горю желанием добавить чесноку. Давайте отставлю вот туда. Уже красиво смотрится. А подача будет именно на этой сковородке. Потому что эта сковородка даже без блюда и не перекладывая на что-то, да, на блюдо на какое-то, она смотрится на столе очень красиво. Вот мне нравится в деревенском стиле, знаете, поставил у тебя вот это вот блюдо, там мясцо, оно еще прямо шкварчит, такое классное. В общем, я люблю. Давайте картошечку. Даже перекладывать с этого блюда ничего не буду, потому что оно само по себе очень красивое, на мой взгляд. Ну и удобное. Видите, оно низенькое. Я даже и не стала брать, например, сковородку. Небольшое количество мяса, небольшое количество картошечки у меня сюда пойдет. Буквально две картошинки. Чеснок, лук. Сюда еще хочу помидор запулить. Ну, у меня так фантазия работает. Вообще этот рецепт ниоткуда. Это просто вот моя фантазия сейчас туда делает, в эту сковородку картошки. Вот я за ней повторяю. Сделаем туда же лучку. Лучком, как говорится, мясо не испортишь. И чесночку, а чеснок в обязательном порядке, на мой взгляд, ну, потому что, друзья мои, это классика. Куда мы без чеснока? Мясо точно никуда. Давайте потише сделаем. Ой. Так. Так. Не нарадуюсь. Этой посуде я не нарадуюсь. Чеснока сверху. Прямо, понимаете, да? У меня уже все, полет фантазии, будто бы я художник. Давайте чуть откроем. Я вижу, сейчас выкипишь. Не выкипай. Я еще не мыла это, плиту за тобой, дружок. Поделикатнее, пожалуйста, кипи. Мамочка тут не обязана все наяривать, да? Так, здесь у меня все эти ингредиенты. Давайте попробуем перемешать. Сейчас это все поджарится. Это будет так вкусно. Уже пахнет специями. Вы, конечно же, можете сюда добавить специи, которые вашей душе угодны. У меня зачастую это самые вот распространенные. Я еще сюда хотела помидорчик добавить. Вот не знаю, надо или не надо. Как вы думаете? Можно для сочности, а можно не добавлять. А можно добавить. Непонятно. Я еще болгарский перец достала, думала его еще куда-нибудь прилепить. Давайте, ладно, не будем добавлять. Вот в таком виде. Вот в таком виде я сейчас это отправлю в духовку. При 200 градусах пусть у меня запекается, только я еще накрою это фольгой. Класс, низенькая, красивенькая, все будет поджаренное, снизу поджаренное, но не пригоревшее, потому что в этой посуде ничего не пригорает. А сверху, когда я открою эту фольгу, оно подрумянится. Красотища!
Я специально убрала фольгу для того, чтобы мясо у меня хорошенько поджарилось, прямо подрумянилось, можно сказать, и картошечка тоже. Вот такое блюдо у меня получилось. Мне кажется, очень аппетитно. Это будет наш ужин. Ну, еще, может быть, какие-нибудь соленья мы откроем. Все, друзья мои, приятного аппетита, мои хорошие. Кушайте с удовольствием и готовьте с удовольствием.